Расскажите суть дела, как обстояло. Ну как ехал с горы. Там уже оставалось буквально 3 метра 2-3 до двухполосного движения. Не было, и он выскочил, и я уже не видел. Ну вы знаете, да, что там двигаться нельзя было по этому? Ну там, грубо говоря, где знак, там никаких разметок ничего не было. Я уже уезжал на линию второго движения. Поворот налево. Разметки нет. Разветвление, разметки нет. Знаки же висят. Не видел. Еще. Наверное, висят. Не видел, но освобождает от ответственности. Ну это я знаю. Ну и все. Уперся. С нарушением согласны? Да. По данной статье предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Либо лишение права управления. Знаете, да? Да.